Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Холодный антициклон с Урала займет юг Западной Сибири. И в Новосибирске ожидается погода без осадков. А через север Урала переберется глубокий циклон, а с ним и дожди. Далее о погоде более подробно. В субботу, 14 августа, в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Ночная температура плюс 8-10 градусов, в дневные часы 20-22 тепла. Теперь о погоде в последующие двое суток. 15 августа без осадков. В ночное время около плюс 10 градусов, в дневные часы температура поднимется до плюс 22-24. 16 в конце дня небольшой дождь, гроза. Ночью столбик термометра покажет 10-12 градусов выше 0, днем плюс 24-26. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю удачного дня!